друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Про що шкодують одесити, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І почуємо імена, які варто знати. Второй зал наш по счету от начала экспозиции, зал, который мы условно называем залом портретов. Все, кто будут приходить в музей, вот внимательно смотрите на лица. Лица эти много говорят нам. Крендовский, как и все венециановцы, он очень любил писать портреты в интерьере. Есть художники, которые очень плодовитые, этим известны, но есть художники, которые немного создали произведений, ну, каждая из них на вес золота. Сьогодні, друзі, ми з вами продовжуємо зустріч з директором Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Верещагіна Сергієм Русляковим, з вуст якого дізнаємось про унікальну колекцію нашого музею. Господа, і знову я приглашаю вас прикоснуться к тайне с помощью, конечно, директора Николаевского областного художественного музея имени Василия Верещагина Сергея Николаевича Рослякова. Мы сегодня в гостях у Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, вот мы удобно у вас сидим. Пусть ли зрители думают, что это у вас дома? Ну, это конечно, не дома. Значит, но все в том же зале, второй зал наш по счету от начала экспозиции, зал, который мы условно называем залом портрета, потому что здесь кого здесь только нет. От гетмана нашего Богдана Хмельницкого портрета до портрета вот напротив нас купец Новиков, никто иной, как основатель канатного завода в городе Одесса. Вот он нам тоже достался по каком-то смысле, ну, не знаю, от незнания, по-моему, одесситов, потому что он нам передан. После... Я знаю, что завод он основал в Одессе, а портрет основателя завода находится не в Одессе, а у нас в Николаеве. Не в Одессе, потому что одесситы его, образно говоря, профукали. Профукали, да. Ну, такое слово. Очень культурное. Очень культурное, да. Но профукали по одной простой причине. Они не связали имя этого человека с основателем завода. А это был один из крупнейших купцов Одессы и вообще империи того времени. Это видно по его костюму. Мы по трем медалям с огромными портретами императоров. Золотые медали за экономическую деятельность, так скажем. Значит, он и завод основал, и, по-видимому, занимался хлебной торговлей. Вот, то есть дело и поныне прибыльное, значит, ну тогда тоже было не менее прибыльным. Так вот, видите, какой диапазон от гетмана до купца. И более того, здесь есть и портреты, как мы уже убедились, возможного юного Пушкина. Возможного юного Пушкина и почти нашего земляка Владимира Голицына. И остановились мы тогда с вами на семье Ган. Точнее говоря, на матери и дочери. Они обе Елены. Мать Елена Ган, она была хорошей писательницей, ну, по отзывам литераторов профессиональных того времени и более поздний период, писала художественные произведения. Вот ее дочка Елена Блаватская по фамилии мужа, а по отцу Ган, значит, она была такой известным деятелем мистического толка, условно говоря, потому что кто читал ее труды, они, конечно, спорные, эти тайные доктрины все Блаватской, но та связана была и с семьей Рерихов, значит, такая вот личность очень известная тоже в истории, центр Блаватской есть в Нью-Йорке, наверное, знаете. То есть вот такой вот зал очень широкий. Здесь и Татищев есть, здесь есть и работы школы Брюлова, ну и портреты, вот в основном портреты. Так вот, я хотел бы остановиться на портрете, который для нас особо важный. Это портрет генерала Ивана Карловича Арнольди. Значит, кто такой Арнольди? Это известный генерал. Вот герой войны 1812 года. Он служил в артиллерийском полку, командовал им и проявил себя особенно ярко во время битвы
под Лейпцигом, когда, значит, армия Наполеона сражалась с объединенной такой коалицией европейской. Значит, и в этом бою он был ранен очень тяжело, попало ему в ногу. И он не ушел с поля боя, продолжал командовать. И вот уже командовал до тех пор, пока ему ногу не оторвало ядром. Значит, ну, тут его, конечно, госпитализировали. Причем, когда император узнал о том, что ранен этот генерал, то Александр прислал своего врача ему специально, значит, чтобы вот лейб-медик, как они тогда назывались, значит, вылечил его. Император дорожил так своим генералом, портрет которого, господа, находится в стенах нашего музея имени Василия Верещагина. Вот как. Да, и вот когда, значит, он уже немножко подлечился, видимо, кровотечение было остановлено, и уже без ноги он сел на коня и догнал свой полк еще в процессе кампании. Кампания не закончилась. Такой вот очень храбрый человек был, действительно. Генерал Иван Карлович Арнольди. А у нас, в наш музей, значит, его портрет попал совершенно случайно. Значит, его... Сергей Николаевич, вы знаете, что случайностей не бывает. Все стекается здесь, на нашу Николаевскую землю. Да, да. Но он был в плохом состоянии, он был загрязнен очень сильно. И его надо было расчищать. При этом открылись некоторые вещи, которые заставили удивиться действительно даже вот работников музея, многие виды повидавших. Потому что когда расчистили его, то мелкоскопическими такими буквами открылась надпись «Крендовский». Значит, это известный художник, вот, хотя и достаточно редкий для музеев. Потому что он, ну, видимо, не очень быстро работал, и поэтому работы его немного осталось в музеях и нашей страны, и других стран. В Белоруссии есть, в Российской Федерации есть работы. Значит, он был учеником Венецианова. Это известная школа такая была, которая помогала стать на ноги талантливым детям из простого народа. Ну, в основном, крестьяне были или мещане, жители города, не богатые, обучались. И из них потом многие вышли действительно выдающиеся мастера. Тут Зарянка у нас есть работа известного тоже ученика. Сорока был очень известный ученик. Ну и вот выходец, кстати говоря, из Украины – Крендовский, и Евграф Крендовский. Значит, он написал немного работ, которые известны. Из них три, повторяю, всего три. Но это очень много для музея, потому что вот из общего числа два десятка, три – это большой процент. Они находятся у нас. В том числе я уже упоминал портрет Ган матери, Елены Ган старшей писательницы. Там еще у нас есть портрет неизвестного человека, тоже еще подлежит, так сказать, изучению, что это за неизвестный человек. Еще предстоит работа, чтобы узнать, что это за человек. Да. А возможно это? Ну, все возможно в этом мире, значит, при желании и при настойчивости. И вот третий портрет, самый такой существенный, по сути, два маленьких миниатюрные портреты. Значит, вот это портрет генерала Арнольди. Вот. Открылось при реставрации, что кто автор, а вот кто изображен, надо было постараться. А там, значит, он же пишет письмо, этот генерал на столе лежит, а вот ИГ, ИК подпись стоит, значит, инициалы его. Кто такой ИК? Вот начали копать и раскопали тогда, это еще было в 60-е годы. Тогда была у нас главный хранитель Зинаида Андреевна Макушина, старшая сестра, кстати говоря, нашего замечательного скульптора, народного художника Украины. Опять круг замкнул. Юрия Андреевича Макушина, это вот ее заслуга. Она этот портрет атрибутировала полностью, она обнаружила вот после реставрации эту подпись Крендовского. То есть, что было доказано, кто автор. А как раз Крендовский, как и все венециановцы, он очень любил писать портреты в интерьере, чтобы показать не просто образ человека, а кем он был, чем он занимался. И вот этот генерал изображен сидящим за письменным столом, письма там пишут, распоряжения какие-то. Он в военной форме, то есть мы видим, что это боевой генерал.
у него утрачена левая нога, вот мы в известном уже сражении. И он Иван Карлович. Вот открылось это инициалы его подписи. И как кто такой? Иван Карлович. Иван Карлович Арнульди. Значит, вот блестящий военный. Но уже, конечно, когда у него вот такая вот была травма, он уже не мог служить в армии, то его определил император, значит, вот, командовать вот поселениями. Поселениями военными на территории Херсонской губернии. Мы тогда были в Херсонской губернии, значит, Николаев был город, по-моему, волосного подчинения, да, Одесса уездного или наоборот. Значит, и он приобрел здесь имение, у него было имение, вот там почти на берегу Черного моря, ну, заслужил за долгую службу и не жалел для Отечества, так сказать, ни живота, ни ноги. И вот этот портрет Евграфа Крендовского, он, конечно, является одной из жемчужин нашего собрания. Во-первых, потому что это наш почти, так сказать, земляк, который, значит, здесь жил на нашей земле, который совершал здесь какие-то свои трудовые уже подвиги, наверное. Значит, и человек, который известен в истории довольно хорошо, как один из героев войны европейского масштаба, что была действительно война европейского масштаба 12-го года с Наполеоном. Значит, и плюс к тому же, действительно, художник Крендовский редкий, и качество этого портрета очень хорошее, как и всех его работ. Вот, знаете, вот есть художники, которые очень плодовитые, этим известны, но есть художники, которые немного создали произведений, но у каждой из них на вес золота, как вот у Леонардо да Винчи, например. Значит, у него всего там 23-24 произведения. Ну, каждая из них, понятно, что очень дорогое. Так и вот отношение наше к Крендовскому тоже очень такое трепетное. Поэтому все, кто будут приходить в музей, вот внимательно смотрите на лица. Лица эти много говорят нам о пережитом, о тех, так сказать, перипетиях, которые были в жизни этих людей. Буквально на любое лицо, начиная вот, как я уже говорил, от купца Новикова, который изображен, ну, вот такой вот солидный вот выходец, конечно, он из среды мещанской, но стал купцом первой гильдии. Это очень была почетная такая должность. И награжден был медалями императорскими, что тоже не часто бывает. Бывало и тогда, это редкая награда была. Вот здесь же у нас вот рядом с ним висит портрет замечательного литератора. И, как оказалось, с именем таким очень крупным, Востоков, Александр Христофорович. Причем это открытие было сделано нашим сотрудником музейным, другим, Натальей Николаевной Рудаковой. Вот, к сожалению, нет живых ее уже. Она написала об этом, книжка выходила у нас в Николаеве. Значит, причем был портрет неизвестного, значит, но благодаря вот атрибуционной работе, которая связана, во-первых, с поиском времени, с поиском, в какое время написан портрет, какие атрибуты присутствуют на портрете. Вот у Востокова там и книга лежит записная, и какие-то атрибутики такие археологические присутствуют. И этот человек, который действительно очень много сделал, ну, филологи знают его лучше, чем, может быть, даже для такого, как говорят, пересыщенного громадянина, мало что сейчас говорит имя Востокова, но в литературе это крупная филология. Но, тем не менее, он же не перестает быть от этого более известным, знаменитым и значимым. Нет, нет, и более того, это редкий портрет, их не так уж много, этих портретов. Вот еще одна жемчужина такая драгоценная в нашем собрании, вот этого зала, где еще их много. Здесь есть и портреты выдающегося мастера кисти, портретиста от Бога Федора Рокотова у нас. В свое время мы приобрели этот портрет в частной коллекции.
И он был как портрет неизвестный, но вот недавно относительно, значит, нам удалось определить, кто это такая. Вот это такая была представитель среды аристократической Зотова. И тоже исчезла табличка неизвестная, портрет неизвестный, но Рокотов. Рокотов-то это известный мастер, великий художник 18 века. Вот их там, собственно говоря, было три у нас великих художника. Это был Левицкий, выходец из Киевщины, кстати говоря, из Киева. Это был Боровиковский, выходец из Кременчуга. И Рокотов. Вот видите, из них два выходца с Украины, значит, художники. И у нас есть и Рокотов, и у нас есть и Боровиковский. Причем Рокотов у нас вот настолько это уникальная работа, что вот в Киеве, например, в музее нет работы Рокотова. У нас есть одна работа Рокотова, да. То есть мы вот в этом смысле впереди столичного музея идем. Значит. Ух ты ж, кто б сомневался, Сергей Николаевич. Ну, кто б даже, ну, правда, телезритель, ну, какие сомнения? Мы лучшие, наш музей лучший. Ну, да, в этом вопросе, да. И что касается Боровиковского, у нас уникальная совершенно работа есть его. Еще работа, которая была написана этим художником, когда он пребывал в Кременчуге, он, у него такая сложная судьба была. Он вообще-то сам был послушающий сначала, потом в художники переквалифицировался, попал в Академию художеств в Санкт-Петербурге. И вот у нас хранится самая ранняя работа Боровиковского в музеях Украины. Самая ранняя работа – это «Мальчик с яблоками». Можете ее тоже посмотреть и порадоваться, что у нас эта работа хранится. Работа, которая еще, конечно, она несет на себе следы вот юного совсем мастера, ну, не так юного, как еще не профессионального. Не так он хорошо разрабатывает пространство, немножко, так сказать, есть там ошибки в анатомии. Но это первая работа, причем достоверно известная, подписная его работа, вообще на территории вот всей нашей, так сказать, культурной, значит, культурного этого ареала. Более ранних работ Боровиковского не существует. Все остальные, он очень модный был портретист, особенно уже перейдя в XIX век, он самый молодой из них, из этой троицы, Рокотов, Левицкий, Боровиковский, он самый молодой, и он как бы дольше немножко, значит, работал, уже вошел в XIX век активно, и там был очень популярный, значит, знаменитый, вот там есть портреты Пухиной, ну, в крупных музеях столичных они хранятся. Вот, но у нас самые ранние, хоть и несовершенные, но ранние. Вот жалко, что нет совершенного. Было бы это, да, совсем хорошо. Сергей Николаевич, ну, я думаю, что, учитывая уникальность наших земель и уникальность стен нашего музея, то кто его знает? Знаете, постоянно что-то открывается, потому что, ну, во-первых, искусством многие всегда интересовались, и довольно большое количество было частных собраний. Вот даже у нас на территории Николаевской, вот современной, так сказать, области, значит, было, например, уникальное собрание эпологической живописи, то есть живописи с изображением лошадей. Якова Ивановича Бутовича собрание было. И у нас есть, в нашем музее хранятся уникальные записки Якова Ивановича. Это наш земляк. Вот он и жил здесь, и работал. Потом, правда, уехал уже в более поздние годы. Но сюда, здесь у него было имение свое. Сюда к нему друзья приезжали. Юра Репин приезжал сюда к нему. К Якову Бутовичу. И здесь было у него великолепное собрание. В том числе были работы Левицкого. Об этом мы знаем, потому что вот он в своих записках уже после революционных, там 20-е и 30-е годы писались, он пишет, что он с горечью наблюдал, как в его собрании крестьяне рвали полотна Левицкого, из них делали анучи и говорили, какие, значит, промасленные, хорошие, значит, получались у них для хождения, значит,
Анучи. Вот видите как, и то, что его собрание европейскую известность имело, это было известно. Он часть его сохранил, вот потом оно сегодня в Академии Тимирязева, по-моему, хранится, часть этого собрания. Но оно было вот у нас на Николаевщине, значит, и здесь была великолепная, лучшая в Европе, по сути говоря, коллекция эпологических картин, то есть картин лошадей разных пород, там, победителей всяких соревнований, ну, известных таких вот, основателей каких-то династий лошадиных, там тоже своя целая наука, эпология. Но, я думаю, Сергей Николаевич, об этом мы уже поговорим в нашей следующей встрече, да, телескоп? Думаю, что да. И почитаем записки? Можно почитать. Очень интересные записки, до сих пор не опубликованные, между прочим. Хотя у нас многие просили, в том числе из больших столиц, значит, передать им для опубликования, но мы хотим сами это сделать. Ну вот ищем спонсора для того, чтобы опубликовать уникальные совершенно записки коллекционера, они называются. Там идет речь о крупнейших коллекциях Украины, России того времени, ну, естественно, дореволюционного. И Терещенко коллекция там упоминается, и Солдатенкова, и Ханенко коллекция, и, ну, и много там и коллекции великих князей. И там такие есть подробности уникальные, что книга действительно европейского такого уровня могла бы получиться. Ну, вот мы владеем монополией на публикацию. Мы их расшифровали, потому что их надо было расшифровать вначале. Расшифровали полностью все записки уникальные, но их бы все с удовольствием опубликовали. Но, опять-таки, музей хочет иметь приоритет. И, во-первых, это для региона, для Николаевщины было бы здорово, что мы вот все-таки находимся... Мы не провинция, понимаете? Не хотелось бы вот об этом говорить, но давайте не опускаться до провинциального уровня. Мы уровня очень высокого, и имеем право об этом заявлять, и можем это доказать. Чимало таємниць приховує історія нашого краю. Втім, чим більше таємниць, тим цікавіше жити. Я, Ніна Терешевська, прощаюсь з вами. На все добре.